а вокруг ничего не случилось. Так же падали капли в лицо. Ничего, ничего вокруг не случилось. Просто вдруг не стало его. Он упал, а вокруг все куда-то бежали. Истошно кричали: ура! Он упал, а они и не знали, что не встанет он никогда. Не увидит заката над морем, не вернется он в свой Ленинград. Похоронит его в чистом поле, на могилке напишут простое: здесь солдат. Зачем это надо? Умирать за кого и за что? И какие там к черту награды, когда вдруг не стало его. Он упал, а вокруг ничего не случилось.